Могу комментировать как мне угодно, да, там. Без разницы. Могу комментировать как мне угодно, да, там. Угу, да, я вижу. Без разницы. Все, спасибо. Так, всех приветствую на стриме. Сегодня я буду комментировать матч. Без разницы.
Так, матч у нас начинается. Так, минуточку. Так, Аякс пока что приходит вперед. Ничего опасного. Пуничер убивает. Хороший пас. Будет читает. Хинар на мяче. Сейчас отдаст пас Твенду, скорее всего. Нет, потерял мяч. Так, Шкетик. Вот на мяче. Проталкивает мяч вперед, не получается. Бодя первый. Пуниш пытается прострелить. Оп, опасный момент. И это гол. Аякс у нас забивает. Вент забил. А, так. Возня в центре. Пас на Пунишера. Пунишер ближе к углу. Борьба в углу. Бодя выбивает. Тут НПЛ год. Ладно, буду просто его год называть. Бодя. Пунишер пытается дать скидку. Опасно. Бодя выбивает на Хинара. Пас на экстра. Так. Пока что. Ничего опасного. Кетик на мяче. Что? Да-да, у меня просто что-то с интернетом. Так, надеюсь, меня хорошо слышно. Риппер на связи. Помогу комментатору. С матчем. У нас тут идет борьба типичная на углу. Что-то пытаются сделать, но вообще на ничего не получается. Пунишер дефается, пытается вынести мяч на экстра, но экстра не получается подобрать мяч. Шкетик первый на мяче. Шпиц мячом сейчас пробует вниз на Кадамета, но Пломен перехватил и вперед на Хинара вынес. Так, пока у нас идет борьба, типичная борьба. Походу мы попали в Дагестан. Как думаешь, кто победит в сегодняшнем матче? Флейрикс. Да. Как думаешь, кто победит в сегодняшнем матче? Я думаю, что Аякс. Аякс. А я, пожалуй, поставлю на Милан. Хоть они сейчас и проигрывают.
Мне кажется, они врут. У них очень хороший склад, в принципе. Во всех линиях стабильно. Они со всех корзин взяли хороших игроков. Даже шестой умудрились Кейта взять. Уф. У нас сегодня, в принципе, известны уже и другие результаты матча. Это, например, Байер сыграл 1-1 с Бенфикой. Это команда Зузи против Бенфики. И также еще два результата матча. Это Ливерпуль выиграл сегодня 1-0 Реал. Реал отлично атаковал на протяжении всего матча, но Ливерпуль отдефался. Ну и еще один матч, это Барселона 2-1 выиграла Бенфику. Насколько я слышал, там в Барселоне многие были на дизморале перед матчем последние дни, но... А, стоп! Это я перепутал. Аякс, это как его? Команда Зуги Байер сыграл с Шахтером 1-1. Это там Ревас, Лики, Шиш. Достойно, достойно. А Бенфика проиграла Барселоне 2-1. Даже несмотря на то, что Барса была на дизморале перед матчем. Так. Какую еще можно информацию поискать? Пока идет перепасовка в центре поля. Сколько у нас вообще сейчас интересно зрителей на стриме? 27? Флоне 2-1. Даже 27 зрителей, печально. А, я забыл отметить плеерсов. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Печально. Матч в самом разгаре. Все. Накосячил немножко. Ну, сейчас люди немножко почаще попрут. Так, Шпиц пытается давить. У него это хорошо получается. Пунишер, next free goal. Ой-ой-ой-ой-ой. Отличная распасовка. Вот Милан и сравнял. Хороший пас и хорошо подобрал время для удара экстра. Счет у нас уже 1-1. Так, экстра выбивает вперед. Шкетик подхватил мяч, попытался выбить мяч, но не совсем точно. Не, продолжает писать ВЛС. Рипера ненавижу. Так. Га, сколько у нас уже зрителей на стриме получается? 25? Почему? Так, Флерикс, ты там как? Все в порядке? Сына там потихоньку настраиваешь? Да не знаю, пока не очень. Понял. Так, ну, первый тайм у нас закончился, счет 1-1, ломен гол, а также Эктор забил гол в передаче Пунишера. Второй тайм, состав у Аякса, я так понял, он не меняется, нет, меняется, происходит замена. Сокс, видимо, выходит вместо Пломена, вот это неожиданно. А у Милана состав не меняется, точно такой же. Шпиц, Гадамет, Пунишер и Экстра. Первый гол. Так, окей. У нас уже начался второй тайм, насколько я понял. А, стоп, нет. Проблемы, видимо, у кого-то были. Это, походу, Флейкс. Окей. Так, у нас начинается второй тайм. Состав у Милана не изменился. Состав у Аякса произошла замена. Сокс вышел вместо Пломена. Шпиц с мячом, передачу на ней сейчас нет. На Пунишера попытался дать пять, но не вышло. Сейчас опять на Пунишера пытается сыграть. Как-то на Гадамета не играет с особым желанием Шпиц. Так, пока идет борьба в центре поля. Обе команды что-то пытаются придумать, выбить мяч. Но Бодя контролирует ситуацию. Ой, опасный момент. Чуть не случился второй гол из-за отскока.
Шкетик. Ой-ой-ой-ой. Могла быть ошибка шкетика, но пронесло. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это ошибка. Экстра сейчас может решать. Нет, не дотянулся до мяча. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень опасный момент был, но... забить они не смогли. А вот сейчас второй опасный момент, но шкетик спокойно сейвит. И удар для него, видимо, никакой угрозы не представлял. Продолжают распасовку игроки Милана, но мяч теперь отлетел от Гаддамита. Так, видимо, игроки Милана не очень довольны происходящим. Тем, что люди заходят и выходят. Так, ладно, осуждаем. Так. Галет. Эдивент, Ливерпуль. Так, матч у нас продолжается. Бодя попытался вынести вперед, у него это не получилось. Экстра попытался ударить и забить, но у него это тоже не получилось. Так, ну... пока идет борьба на половине поля Тимби, точнее Аякса на драфте. Пытаются распасоваться игроки Милана, но у них это особо не выходит. Но пока... ой, опасный момент, но... Хинара контролирует ситуацию. Пас не очень удачный, Хинара сейчас вниз на Сокса. Сокс пытается понять, нет, у него ничего не вышло. Отыгрался назад через Хинара и вперед на Сокса. Ну и Сокс вперед выбивает. Так, что у нас тут пишут? И тут Венда заменили. Николай Пломана, Аякс, Экстра Милан. Ура, норм комендант. Да что вы так, парни. Так. Так, мне продолжают писать в ЛС. У комментатора после прошлого была поломка, поэтому он не мог нормально комментировать. Ну, поломка там с провайдером, какая-то хуйня случилась. Так, пу-пу-пу-пу-пу-пум. Борьба. Ой, Гаддамит с мячом, сейчас может быть что-то опасное, но нет. Сокс перекликал Гаддамита, и ничего опасного из этой атаки не вышло, но... Аякс пытается выйти в контратаку, немного опасный момент получился, но... Гаддамит контролирует ситуацию, и шпиц убивает в угол. Так, Аякс сейчас атакует, что-то пытаются они придумать. Бодя вперед выносит мяч. Сокс пытается оформить скидку, но у него это вообще не получается. Хинара пас на Сокса не прошел. Сокс неудачная передача. Понизу Гаддамит попытался мяч вынести, но у него не вышел. Так, хорошая распасовочка на шпица. Мяч шпиц фейк попытался сделать и выбил мяч прямиком к Соксу. Не очень удачно, но сойдет. Закрой рот уже. Спасибо. Димая в топ-2 доната. Райзен. Хорош. Так, а что не так? Реф с паузой опоздал или как? А что, не так с рефом, все же в порядке. Ладно. Не могу понять, в чем проблема. Лишних людей в руме нету. Только стример. И все. Так, я с фланга просто подцепить. Это Аякс с Миланом. 1-1. Аякс Милан пока что играют.
Проебали. Так, походу сейчас уже пауза закончится и будут потихоньку продолжать матч. Так, все, матч продолжается, до конца матча осталось 3,5 минуты. Замен никаких не произошло. Пунишер вбивает мяч вперед, Шкетик подхватывает мяч. Даблом попытался вынести, неплохо, неплохо. Хинара вперед выбивает, Сокс наверх прошел. Прошел, сейчас будет пытаться перекликать Годдамита, но Годдамит легко наверх, через верх убрал его. Так, Годдамит вперед попытался вынести на экстру, сойдет. Экстра вперед, ой-ой-ой, могло быть опасно, но не срослось. Шпиц на... опять на Годдамита не удал. Ладно, не читаю я шпица вообще. Ой-ой-ой, какой пас от экстры, 2-1. 2-1. Отличный разыгрок от игроков Милана, ну и мой прогноз, в принципе, работает. Счет 2-1. Сложно сказать, Шкета обвинять в этом голе, ну, его вина есть, но не прям такая серьезная, потому что, ну, тяжело было просчитать такой пас. Отличный пас. И отличная позиционка от Пунишера. Мне продолжать писать голос. 1-0, а не 1-1, неграмотный. 1-1 счет, а уже 2-1 счет в пользу Милана. И мой прогноз по поводу того, что Милан выиграет, пока что сбывается. Но посмотрим, что дальше. Пуф. Так, я поддержу рефа, пожалуй. А, судит, отъебитесь. Так, все. Погнали. Так, паузу еще сейчас не снимают. Пока гляну чат, что пишет. Какой счет? 2-1 в пользу Милана. Экстра столько моментов запорол. Ну да, был момент опасный, который он не забил. Хуйня вышла. Милан, не выиграйте, пожалуйста. А то будет... Да-да-да-да-да. Отлично. Это даже шуткой назвать тяжело. Это чисто по факту. Илья Примов. Это как с Бразилией на прошлом драфте. Так, Боря. Боря наверх на Пломана. Боря двойным вперед. Наверх выбил. Так, Хинара снизу попытается вперед пройти. Скидка неудачная. Это не скидка, ни вперед не пришел. Странное действие от Хинара. Ну ладно. Бодя попытался прокликать вперед, но у него это особо не вышло. Бодя подхватил мяч. Пломан с мячом. А, так у нас еще, кстати, замена в составе. Аякса прошла вместо... Вместо кого получилось? Вместо Сокса вышел Пломан. Хотя Сокс играл на самом деле неплохо. Пломан, ай, Бодя. Бодя не... Пломан не смог подхватить мяч. Так, борьба в углу у нас пока что происходит. Ой, опасный момент. Хинара, ай-яй-яй-яй-яй. Можно было раскатывать до гола. Можно и нужно было. Пломен, Боря, Хинара. Ай, не точно немножко. Близко, близко. Опасно пока играет команда Аякс. Шкетик на Бодю. Бодя в... нет, по центру, да. Хинара вниз и оставляет мяч Боди. Скидка не совсем супер точная, но сойдет. Эктор пытался вынести мяч вперед, и у него это более-менее получилось. Пока что выигрывает время для своей команды. Годдамит подхватывает мяч, пытается вынести более-менее удачно. Боди сам кликается у него, это не получилось. Шкетик на Пломена, Пломен, Хинара наверх открывается, рановато Пломен отдал, но... Ничего уж не поделаешь. Хинара на Пломена опасно. Ай, Пунишер спас ворота. Счет пока 2-1. Шкетик. Шкетик хорошо подобрал. Так, Хинара на Бодю. Бодя на Пломена опасно. Мимо ворот. Опасный момент. Аякс создает. Аякс сейчас опасно играет. Ай, немного бы в другом месте. Ай-яй-яй, очень опасный момент сейчас создает Аякс. Могли забивать, могли спокойно забивать. Я бы даже, наверное, сказал, что должны. Ах, неточная передача от Хинара. Шкетик подхватывает мяч. Неточно. Так, с мячом у нас Боря. Боря на Шкетика. Шкетик в центр неточно. Шпиц. Шпиц мячом. На низ.
на Пунишера. Шпиц, я смотрю, в этом матче особо играет только через Пунишера. Не доверяет он так сильно пока что ни Экстре, ни Годамету. Либо у них такая стратегия играть чисто через Пунишера. Связка у них своя там. Опасный момент, можно было забивать и третий, но Шкетик содержал мяч. Счет у нас 2-1. Спасибо всем, кто пришел за матч. Интересный, думаю, был матч. Моментов было много у обеих команд, особенно во втором тайме. Всем удачного вечера. Всем приятного вечера.